Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. 8 марта ушел из жизни выдающийся советский пианист и педагог Дмитрий Башкиров. Народный артист покинул этот мир в возрасте 89 лет. О трагедии сообщил известный музыкант Лев Маркиз. Артист поделился печальными новостями на своей странице Facebook. Маркиз подчеркнул, что Башкиров был очень талантливым пианистом и просто замечательным преподавателем. Дмитрий Александрович многого достиг за всю свою жизнь и подарил немало замечательных часов своим слушателям и ученикам. Что стало причиной смерти выдающегося музыканта, пока не сообщается. Знаменитый пианист появился на свет в столице Грузии. Позже он отправился в Москву, где учился музыке. Впоследствии Дмитрий Александрович начал преподавать в Московской консерватории. В конце 80-х уехал в Испанию, где более четверти века руководил кафедрой фортепиано в Мадридской высшей школе музыки. В 90-м году получил звание народного артиста РСФСР. Дмитрий Александрович был весомой фигурой культурной жизни Москвы и Советского Союза. Он принимал участие во многих музыкальных ансамблях и часто выступал сольными концертами. В репертуаре знаменитости были воспроизведения Шопена, Шумана, Дебюсси и других выдающихся композиторов. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.